намерена восстановить отрасль семеноводства. Премьер Ионкику посетил научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция» в Бельцах. Он отметил, что это сектор с огромным потенциалом для нашей страны, в том числе с экономической точки зрения. Наши сорта, молдавские гибриды и все, что предлагает молдавская наука, намного более устойчивы и более приспособлены, прежде всего, к суровым и засушливым условиям. Если мы хотим, чтобы сельское хозяйство было засухоустойчивым, а также эффективным с экономической точки зрения, мы должны активизировать данную отрасль. Премьер отметил, что в течение 2 недель Кабмин утвердит план действий, предусматривающий новый подход государства к субсидированию сельского хозяйства, в который также войдет отрасль семеноводства. Подавляющая часть предложений на рынке семян в Молдове уже обеспечена импортерами. Мы приветствуем конкуренцию, но, повторяю, мы должны создать все условия для отечественных производителей семян, чтобы они могли работать наравне с иностранными. По словам главы правительства, программа восстановления отрасли производства семян и посадочного материала будет включать стимулирование закупок качественного товара, выделение финансовых средств для этого сектора и субсидирование только тех аграриев, которые будут соблюдать севооборот.